Привет, я Энни Мэджик, и сейчас, как вы видите, нет со мной тут моих питомцев, потому что они все там, вот за этими воротами. Это наш новый дом, точнее, дом на время нашего проживания в Крыму. Да, ребят, как я и обещала, мы поехали в Крым. На целый месяц мы будем здесь с собаками и с кисой Алисой, но не только в этом доме, но и в других домах. Нам с пупсиками сейчас очень нужна ваша поддержка, поэтому поддержите ролик лайком, если вы хотите влоги отсюда из Крыма много, постоянно, все наше путешествие. И пишите свои длинные комментарии, что бы вы хотели посмотреть. Что мы, чем мы тут занимаемся вообще? И, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну, погнали. Как мы сюда приехали? Алиска у нас едет в багажнике. У нас тут прям так все плотненько собрано. Алиска пока немного нервничает. Она первое время поедет здесь. Потом я буду ее, хочу выпустить ее прям в салон ходить. Но сейчас пока пусть она здесь побудет. Еще у нас вот такой вот багажник сверху огромный. Я его упаковывала, это был просто капец. А кто едет в путешествие, а? Кто едет в путешествие? Короче, мы гамак не взяли, потому что у нас всегда на заднем сиденье кто-то будет, потому что мы едем не вдвоем. Только что, пока мы собирались выезжать, Миша стала странно себя вести, и мы обнаружили у нее в попе осу или пчелу или кого-то. У нее началось, как у Юми тогда, она не... лапка болит. Ну что ж, приключение начинается с самого начала. Мы мало того, что поздно выезжаем, так еще и с Мишкой такая беда, укусила ее пчела, мы ей вкололи сейчас укол. Надеюсь, все пройдет, все хорошо. Она так начала лизаться, ножка болит, нервничать, дергаться, прям суетиться. Но сейчас все нормально. Поедем, посмотрим, что будет. В принципе, я думаю, что все пройдет, потому что когда Юмичу так укусил кто-то, помните видео, где с ногой было что-то у нее? Предполагается, что это был укус. Мы ей вкололи этот укол, и все стало нормально через время. Так что... Вот у Мишки видно, ножка побаливает, да? Ну ничего, все пройдет, Мишань, спокойно. Да, ножка, бобо, укусила тебя, зверюга, блин, перед поездкой самой. Эх, ну ладно, надеемся, что все обойдется. Если что, придется по пути ветеринарку искать. Дети спят, Миша не спит. Точнее, Софиша спит. Уедет путешествовать. Алиска замолчала там, кстати. Может, надо уже ее вытащить? Пошлите. Давайте. С поводками, короче, поводки заранее надели, блин. 4,5 часа мы едем уже. Дети спали всю дорогу. С Мишей вроде все нормально. Все сейчас остановились, вышли пописить. Какое у меня есть приближение на этой камере. Офигенно. С Мишкой явно все более-менее. Укол подействовал. Миша такая парочка с Юмичу. На самом деле показывать было нечего. Можно было бы, конечно, побегать. Но мы в любом случае уже размяли ножки, поэтому поедем дальше, потому что время идет. Софик опять жрет траву. Нам до Крыма ехать 1800 километров. Это реально больше суток. И мы даже, по сути, не знаем еще, где мы остановимся. Вот так вот. То есть в Крыму у нас дома все арендованы, их несколько, 4 штуки. А... потому что мы едем на месяц. А что до этого, где мы будем ночевать, и будем ли где-то останавливаться, и как вообще планируем, Ростове или Воронеже, а может быть, где-то вообще на дороге. Кто такие дети? Кто такие дети? Темно. 6 часов мы уже едем. Вот решила попробовать Алиску на шлейку надеть. Алис, стой, дай. Вот так. Конечно же, она перепугалась. Алис, не ходи под машину. Алис. Алиса. Да что такое? Перепугалась, видимо. Да, мы еще на дороге. Ну ладно. Она не будет, по-моему, ноги разминать. А Алиса радостнее зашла в Крыму, чем на улицу вышла. Еще планируем проехать часик, может быть, два. Я снимаю на новую камеру, кстати. Напишите в комментариях, как вам нравится качество. И вот сейчас темнота, и я проверяю, как в темноте снимает она. Плюс звук. Я сейчас стою прямо на трассе, здесь куча больших машин ездит. Я хочу проверить, насколько здесь хорошо записывается звук. В общем, ребята чувствуют себя нормально. Песики спят, Алиска нервничает, конечно же. Для нее это первая такая большая поездка. Максимум, куда мы ездили, это в Москву. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Но я же не могла оставить их на месяц с кем-то. Ну, попей. Попей. Не будет она пить, она стрессует. Да?
Алис, ну чё, хватит уже нервничать-то. Кошки могут долго не ходить в туалет. И не... Тихо, Алис, куда ты пошла? Мы где-то между Воронежем и Ростовом-на-Дону остановились на ночь в таких деревянных домиках, прямо на трассе. Сейчас собаки кушают. Кису Алису я выпустила, она там в домике пытается привыкнуть. Ну, в доме уже. Эйвен, никуда не ходи. В общем, ребята тут кушают, ходят в туалет. Смотрите, там такой байк стоит. Мишка доедает. Это вот такие вот домики. Их тут несколько с одной стороны. И там еще есть. И внутри они деревянненькие. Такие прям пахнет деревом. Алиску пока запустила первая. Ребята, чтобы тут погуляли, сходили в туалет. Алиска хочет, пытается все время вырваться на улицу. Сейчас вот села на кровать. Кушать не стала. Прыгает такая по кровати. Алис, давай спать, если есть не хочешь. И она гулять хочет. На улицу хочет. Мы проснулись около 9 часов, уснули в 2, поспали 7 часов вот здесь, вот в таком вот странном месте. Ты так гулять хотела? Давай гуляй. Что ты там нюхаешь? Пошли, давай гуляй. Алис, что, рвешься теперь домой? Так хотела гулять, что теперь домой рвешься? Все, нагулялась. В общем, все с утра погуляли. И сейчас отправляемся дальше. Мы выехали из этих домиков в 10 утра, сейчас уже 6 вечера, мы решили не заезжать в Ростов, не заезжать в Воронеж, а дофигачить прямо до Судака, сразу до Крыма. Правда, мы Крымский мост увидим в темноте, но зато на обратном пути, надеюсь, увидим его по светлу. Поэтому сейчас детки гуляют, и мы едем дальше. То есть получается больше 12 часов, 14-15 часов проехать надо. Осталось 5. И мы наконец-то доехали до Судака, заселились в дом, затащили вещи, и сейчас будем ложиться спать. Эх, тут, кстати, двухэтажный дом, дети с первого этажа на второй этаж туда-сюда бегают, а Алиса куда-то под кровать уже спряталась. Пошли, давайте, пошлите, Миш, пойдем, пошли. Кто носится? Туда-сюда, туда-сюда. Ай, какая радость. Где кошка? Где Алиса? Ищите. Нашли. Юмичу нашла свою подружку. Алис. Алис. Тут много спален. А еще есть балкончик. Ну, ром-тур я сниму утром. Это город Судак. Мы сюда приехали всего на несколько дней. И уже отсюда мы поедем в следующий город, в следующий дом. У нас будет всего 4 точки. Сегодня с утра они вышли, а оказалось, что там за забором живет какие-то две собаки, овчарка и такса. И они к этому забору как к низу подбежали, начали лаять через забор друг на друга, все между собой цапаться, рычать. Ну, короче, это капец был. Слава богу, что забор, проход между забором очень низкий, поэтому я постаралась их успокоить, и вроде ничем страшным это все не закончилось. Дети гуляют у нас во дворике на травке. Да? Да. Самый главный момент, с которым мы столкнемся, это то, что вот здесь газон, это хорошо. Мы специально выбирали дома, у которых закрытая территория, чтобы собаки никуда не могли выйти. Правда, все равно вот там вот есть проходы, вот там и вот там закачели. Я их заделала такими вольерчиками нашими специальными. Вот так, чтобы собаки не могли туда выйти, на ту территорию. За домом ничего нет, просто камушки вот такие. А по соседству у нас вот такой вот участок, там машина какая-то стоит.
Вот, в принципе, территория небольшая, но достаточная для того, чтобы расположиться с песиками, киской, Алиской. Не придется убирать за ними какашки, когда мы будем уезжать. Алиса у меня гуляет на поводке, на шлейке, сейчас залезла в какой-то подвал и изморалась там. Ну что за кошка такая, а? А Юмичу все время за ней следует. Давай, Алис, пойдем. Пойдем. Хочу, чтобы она освоилась. Она пока что особо не гуляет, так ползком передвигается. Привязана на такой длинной веревке. Я за ней слежу. Вот так вот выглядит наш двор. Вот наша машина, в которой завалена вещами. Вот здесь такая стояночка, там качелька, сзади дома ничего нет. Вот такой вот двухэтажный прикольный домик. И вот тут вот у нас под такой крышей мангальчик, столик со стульями, даже детская качелька есть. Что такое? Здесь у нас одна спальня. Вот так вот выглядит, достаточно просторная. И у нее вид из окон вот на такую гору. И правда еще на соседний дом. Эйва, ну что ты капризничаешь, а? Что ты капризничаешь? Здесь еще одна спальня. Вот такая вот, тоже светленькая. В каждой спальне у нас шкаф, комод, постельное полотенце, кровать. И здесь вид из окна вот на такую гору. А еще вот там вот у соседей гуляют страусы. Ну, нормальный просто такой страус. Африканский страус, малыш. Он еще птенец. Убегает от меня, боится. Ай, такой большой! А вот тут вот два взрослых уже страуса Эму. Это другие страусы. Привет! 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 Такие прикольные. А вот тут вот живет два павлина. Вот такие вот у нас соседи. Так, это у нас второй этаж. Тут вот такая вот лестница вниз на первый этаж. Дети с радостью по ней носятся. Юми иногда даже запинается об ступеньки. Тут еще одна спальня. Вот, заходим сюда. А тут уже кто у нас? Киса Алиса. Короче, тут еще одна спальня, и она отличается от других тем, что здесь выход на балкон. Вот тут вот в коридоре точно такой же выход. Здесь ванна, туалет. Ну и тут ничего интересного. И выходим вот на такой балкончик. Аккуратнее, дети. И он достаточно большой. И самое классное, то, что с этого балкона вид на море. А, блин, его сейчас не видно. Вот сегодня такая погода, в другую погоду видно море. Прям вот та вот такая полоска синяя. Ребята пошли по балкону гулять. Здесь продолжение балкона. Тут столик, стулья, все дела. Вот такой вот домик. Вон наша машинка. Пошлите, заходим, заходим. Алиса, Алис, не выходи. Алиса решила выйти на балкон. Посмотреть, что тут. Алис, аккуратней, аккуратней. Аккуратней, Алис. Чтобы мне не пришлось тебя ловить. И чтобы ты не упала вниз. Мы спускаемся. И вот здесь вот, вот такое вот большое-большое окно. На чей-то дом. Логично сделать такое большое окно на чей-то дом. Да, Иван разговаривает. В общем, так, на первом этаже у нас вот такие вот окошечки. Тут вот такая гостиная, диванчик, столик и даже камин есть у нас. Эйвен, слезь с дивана! Камин, бинбэк уличный. И вот такая вот кухня. Здесь мы завтракать будем. И вот тут в коридоре еще хозяйственная комната. Вот такая вот маленькая комната, спальня для детей, детская. Ну, не для моих детей. И еще один. Туалет, ванна. Все. Вот такой дом. Им очень нравится бегать по лестнице. А в следующем доме у нас вообще 3 этажа, так что там будет большая лестница, я думаю. Да, так и может. Нормально тебе удобно стоять тогда? Удобно? Сейчас поедем с детьми с утреца изучать местный пляж, который ближе всего к нам, 40 минут пешком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свои комментарии, поддержите, пожалуйста, наше видео. И увидимся скоро в новых роликах! Да? 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 Погнали! Погнали скорее! Давай, Миша! Миша, давай! Давай, Миша! Миша, давай! Давай! Давай, Миша, давай! Давай! Молодец! Шикарно! Никого нет! Они все впервые, все вместе видят море. Мишка вообще ни разу не видела вот так море. И мы увидели дельфинов. Офигеть, они прям близко!